По мотивам героя этого цикла Александра Сергеевича Пушкина, по мотивам его повести «Выстрел знаменитый» — это песня. Пожалуйста, Игорь. Ах, господа, ну вот я вышел, покинув праздничный обед. В одной руке кулечек Мишин, в другой нескромный пистолет. А день прекрасен и торжествен, а нам стреляться неужели? Прошу прощения у женщин за эту глупую дуэль. Друзья не крикнут мне, куда ты, они суровы и честны, и нервно стынут секунданты, и громко тикают часы, и жизнь моя уже конкретна для пистолетного огня. И чья-то черная карета за поворотом ждет меня. Не верю в смерть, скорей поверю в никчемность всех моих стихов, любовь, светящейся форелью, лежит на дне моих зрачков. А утром медики измерят мое холодное чело, и жизнь тихонько мне изменит, но не изменит ничего. И ты прости меня, Всевышний, но снова встав под пистолет, я стал опять бы лопать вишни и целить просто в белый свет. И ты прости меня, Всевышний, за то, что жил навеселе, за лишних баб, за стих мой лишний, за лишний день мой на земле.